Всем приветики, это Панама, но я без Панамы. Зайдем в супермаркет Рыба Свит, глянем, что там есть, продают сетевой супермаркет, посмотрим цены, где лучше, где хуже. Ну, вы сами все увидите, погнали. Так, ну все. Заходим в супермаркет. Рыба Смит. Рыба. Вот тележки. А, брать не будем. Без тележки разберемся. Так, пошли книжки. Кто любит читать на испанском? Есть такие? Пиши комментарии. Ну, сразу заходишь и фольга. Можно сразу печь. 3,95, 2,86. И самая нужная сразу вещь. Туалетная бумага. Ну, чтобы сразу этот. Сначала туалетку бери, а потом еду. Зачем еду без туалетки? Так, ну возьмем 9. В руне 9. Сколько здесь? Раз, два, три. 9. Плюс 9, 18. Нет, ценник какой-то обманчивый. Хотя нет. 10 баксов. Ну, в принципе, да. Так и должно быть. Вот такая цена. А если возьмем? Нет, это бумажное полотенце. А, нет, пру, это бумага туалетная. Это уже 6 баксов. 4 рулона. Ну, супер мягкая там. Супер мягкая. Так. А, есть у нас тут моющие средства, порошки, отбеливатели. С чего начать, даже глаза разбегаются. Что показать? Аксион. Антибактериальное моющее средство. Как крем. Типа ваниша. 2,57 со скидкой. Клорокс. Что это Клорокс? Это отбеливатели в основе такие у них. Ну, разные есть. Вирус бактерии, фрагансия, с лавандой, с ментой, ну, совсем. Цены все видите сами. Сори, если я где везде цены не говорю. Засматриваюсь просто. Попкорн. Печку закинуть, кто хочет. 96 центов. А коробка вот такая. 2,65. Ну, здесь пошли всякие чипсы. Такая штучка есть за 86 центов. Маршмеллоу. Такая за 2,21. Кто любит, ставь лайк. Сладости пошли. Ряд сладостей прям. Давайте на шоколадке остановимся. Аленки здесь нету. Вот есть Риттер Спорт, который в России тоже продается. 2,97. Ну, не дешево. Где-то почти 240 рублей. Сколько он сейчас стоит в России? У меня вопрос. Напишите в комментарии. Водичка. Нас интересуют большие галлоны. Большой галлон. Сколько здесь? 2,55. Вот 5 литров 2,55.
А поменьше $1,79 один галлон. Полторашка. Вот полторашка. $1,20. 60 центов. 600 миллилитров. Кока-кола. Со скидкой сейчас продают за 2 бакса. 2,25. Здесь очень много народу, всех тянут на сладкую воду, на чипсы и на что-то похрустеть к пиву. Вот на молочке вообще мало, только раскладывает чувак. Молочку, видимо, никто не любит. Но я удивился, вчера зашел в Супер 99, кефир, там даже не литр, а сколько было? 0,90, ну, 900, 950 миллилитров, 9 баксов кефир, прикинь. Так, ультрапастеризованное молоко, $1,70, $1,80. Все затариваются, боятся, что испортится. Не люблю химическое молоко. Люблю пастеризованное. Ну, тут со всякими вкусами пошли, с миндалем. Еще с чем-то. Можно выбрать. А по высоте потолок невысокий, кажется, как будто так зажато сверху. Рис. 2,85. А сколько здесь у нас? 2,85. 2 килограмма. Такая цена на рис. Пивасик разный, клубничный даже есть. Кто пил клубничный пивасик, как он? Мне как-то к алкоголю все равно, мне не интересно. Кому интересно алкоголь, покажу, конечно. 5,45. Что это такое? Вино 13 градусов. Напиться может. Так, алкоголя тут очень много, поэтому я просто покажу. Он разнообразный. Можно тут целыми часами стоять, выбирать. Вино. Вот. Пошло покрепче. Всякие тоники пошли. Тут что за месиво такое? Блуди на ремикс. Да. Лимончелло 15 19, 700 миллилитров. Дороговато. Я в duty free брал в аэропорту, в Италии даже, в Барселоне 10 баксов было. Ну, понятно, мы не в duty free. Бакарди. Вот расценочки на Бакарди, кто любит. Кто любит много Бакарди, вот тоже цена. Какой-то пивас. Интересная этикетка. Прям завлек, чтобы я подошел и коснулся этой бутылки.
Вообще, конечно, очень сильно маркетинг играет свою роль. Вот так поставят мерчендайзеры на полку. И ну, нужно же выделиться, да, какую бутылку, чтобы покупатель взял. Ну, то есть все раскидано так хаотично, что вообще непонятно. Ценники каждый не будет смотреть. И ты попадаешь только на то, тебя привлекает этикетка. Ты берешь ее и смотришь уже цену. Вот и все. Понятно, когда ты знаешь уже вкус, ты знаешь марку, ты такой, о, окей, беру, соответственно, ее, и другую я не беру. Значит, что нас еще интересует? Самая главная корзина. Пошли печенюшки. Ну, печенюшки — это не главная корзина, это у кого денег дофига. Химическая вафелька вот, которая лежит целый год и еще будет год лежать. Хлебцы 3,08. Для выпечки что-то пошло. Вру, это печенье. 2,20. Такие. Ладушки. Нам нужны важные отделы. Полезные. Вот это полезный отдел. Стиральный порошок. 8,24, 7,42 по акции. Это было 4 килограмма. Нет, я собрал, это было 3 килограмма. Они так криво ложат, что сразу не видно. Отбеливатели, тайды и так далее. Всякое такое. О, тут даже бытовуха есть. Маленький отдел. Лампочки, фонарики, ножницы, 3,62. Полезная штучка для ключей, когда их много. Доллар. Что дальше? Значит, здесь канцелярка пошла. Клей. Есть канцелярский, всякие карандашики, ручки, вот ручки, странные ручки, есть обычные ручки, я хочу обычную ручку увидеть, сколько она стоит, не могу увидеть, ну вот такая ручка, опять необычная. $28. Вот обычная дешевая самая ручка есть вот такая. 23 цента, но она красная. Я не вижу синий. Карандаши. Ну тут, видимо, все карандашами пользуются, ручками особо никто не пользуется, потому что во всех магазинах очень много карандашей разных. Ручек очень мало. Тетрадки пошли. Возьмем общую тетрадь 2,53. Они всегда делают такие обложки, у них вот такая вещь внутри. А квадратики у них вообще такие крупные внутри. Ну, это еще нормально. Во, квадратище. Другой формат совершенно. Детское питание. Можно для спорта его использовать. Не обязательно покупать в спортивных магазинах. Можно детским питанием подкачаться. Кто качался детским питанием? Напишите комментарий, как оно. Хорошо идет.
для выпечки все пошло. Мед. Интересная полка. Возьмем. 4,15. Я вот такую баночку брал. Он очень сладкий. Они пишут, что натуральный, но мне кажется, во-первых, такую бутылку очень-очень свежий нужно заливать. И он так долго стоять не может, он будет сохариться. Я сомневаюсь, что тут очень часто покупают мед, что они на полках постоянно меняют. Хотя кто его знает. Может, панамцы любят мед. Пошло детское питание, хлопья, вот расценочки. Кулечки и так далее. Интересная полка. Мука. Кто любит печь? 2,268 килограмм. Вот цена. Пекарь есть. Открыть малый бизнес. Замутить пекарню. И все. Соль 0,31. Это 908 грамм. Все научились, вот 908, 950, 960, 870. Скоро будут такие делать упаковки не по 800 даже, а по 0,50. Главное, там цена больше будет за упаковку, нежели за продукт. Стопроцентный кокосовый сок. 12,95. Масло. Берем по акции 3,87 а литр. Ну вот, есть что-то дешевое, есть что-то дорогое. Курочка. Это важная тема. Мы ее обязательно посмотрим. Значит, филе 9,95 за килограмм 268. 11 за килограмм 400. 5,42 за 740. Нарезанное. Филешка. Тут пошла свинина, говядина, все смешано. 9,50 это килограмм 475. Медальончики говяжьи 6,92, 630. 4,29, 650. Вот сразу на жарку 3,15, 472 грамма. Бифштекс, можно так сказать. Бифштек де пульпа негра 5,76, 434 грамм. Вот, если кто-то без сковородки приехал в Панаму, здесь также можно купить сковородку. Маленькая 9,40, большая 20,50. Есть такая 17,95. Есть также кастрюлька. Если вы также не взяли с собой кастрюльку, можно ее приобрести. Ну, 41,89. А вот дешевый алюминиевый
16,96. Все. Взяли кастрюльку мяса. И жить можно. Вот мой любимый отдел. Молочный. Ну, как я говорил, с кефиром здесь проблематично. Вообще во всех странах, кроме России, там СНГ, также с кефиром проблематично. Даже в Новой Зеландии кефир — это такое достояние, что оно стоит космос цену. А натуральное молоко стоит тоже космос. Хотя Новая Зеландия считается там уаля, много коров, и должно быть подешевле быть молочная продукция. Но нет, это не так. Молоко. Один галлон, 5,95. Другая фирма, не ту, которую я беру. 5,86 я беру молоко, постоянно один галлон. А ну вот я подошел к рыбному отделу, к свежей рыбе. Что тут есть? Рубелла медиана фреско. Вот такая рыбеха. Ценник показываю. О, креветочки. Лангустина. Вот, в принципе, ценник. Цена указана внизу за килограмм, соответственно, сверху там за полкило. Красная рыбка есть. Стейки. Люблю красную рыбку. Есть замороженная рыба. В холодильнике. Вот чищенные креветки. 9,33. Лангустин большой. Лангуст. 17,32 за упаковку. Килограмм 46,81. Ну, замороженный я бы не рекомендовал есть. Лангустин. Лучше, если есть, то свежий. В этом вся фишка. Так, пошло мясо. Сердо. Тут можно заказать, нарежут какого хочешь размера. Хочешь большого, хочешь маленького. Вообще не проблема. Курочка пошла. О, окорочка. Без кожицы. 4,52 за килограмм. Яйца. Важная вещь. 2,69. 12 штук. Как-то яйца у них везде по-разному делятся. Есть по 10, есть по 12, есть по 18. Вот это круто сделано, можно водичку попить в магазине. Специальный фонтанчик. Пошли овощи. Упакованные. Салатики. 2,67. Капуста. Вот такая. 2,09. $1.56. Салаты готовы. Свекла, огурец и морковь. Как вам такой салатик? Салаты упакованы разные. 3,36 упаковка. Фрукты. Яблоки. 0,85. Груша 0,44 со скидочкой. Интересно. 3,40 лимон.
504 яблоки. Такая груша. Правда, ценника не вижу. Яблоки. Яблоки. Вот упакованные яблоки. За 90 за килограмм. Виноград. 2,95. 6,50 за килограмм. Тут пошла трава. Ну, трава не которая курит. Трава, которую едят. Хотя трава, которую курят, тоже едят. Сок свежевыжатый. Апельсиновый, 2 литра. 5,93. Бананы. Бананы, значит, килограмм 99. 80 рублей, можно сказать. Тут фрукты разные пошли тоже. Фрукты, овощи все смешаны. Ананас. 90 центов килограмм. Маракуйя. $1.75 килограмм. Манго. 2,55. Правда, зеленая. Лимоно. Лимон. Клево. 4,50. Лайм, я бы сказал. Такой. Хотя лайм бот он, но такой маленький. 3,90. Разные сорта просто. У меня есть вообще такой гибрид. Во, авокадо. Зеленый-зеленый. А, тут разные сорта. Есть за 3,30, за 9,50, за 6,13. Там какой? Арбуз $1.28 килограмм. Папайя $1.40 килограмм. Кокос $1.90 за килограмм. Там продают замороженные кокосовые стружки, замороженный кокосовый сок. В общем, с кокосом много вариантов. Редиска. 5,90 за килограмм. Дороговато. Свекла. 2,30 за килограмм. Вот кукуруза сварить, получается $1.90 за килограмм. Морковка мытая 2,45 за килограмм. Что у нас еще интересного? Огурцы, пепино $1.40 за килограмм. Ну, пошли разные сорта огурцов, маленькие и так далее. Вон баклажанчики. 2,91 за килограмм. Есть грибы. Ну, грибы не те, которых глюкоген ловить. Такие, которые нормальные покушать можно. Mushrooms 4,52 за нарезанную упаковочку, 3,20 за такие большие. Белый гриб. Вот кукурузные лепешки пошли. Есть обжаренные, есть не обжаренные. 3,19. Вот есть такой замороженный а-ля хлебушек, который разогреваешь, и он у тебя будет потом свеженьким якобы.
Ну, его разогреваешь и обжариваешь. Хлеб. Хлеба вагон. Можно выбирать разный. 2,25, 2,50. $1.90 есть. Кому какой хлеб нравится. Есть также своя пекарня. Вот там она уже почищает, убирается. Тортики продают еще. На заказ можно картинку нарисовать, смайлик вот есть. Ну вот хлеб, печеньки. Там продают уже всякие для цветов горшки, корзины. Вот цветы продают. Почем палисадник? 6 баксов. Вот такие букетик. Ну, есть выбор, можно выбрать цветы. Заморозка. Картошка фри замороженная. Интересно, кто берет картошку фри замороженную? Во-первых, картошка фри, она и так ничего полезного, вредная пища. Еще замороженная, потом в разморозе. Но кто-то же это ест. Значит, пошли шампуни. Шампуни, гель для душа. Ну, вот такой 8,16. Возьмем Head & Shoulders, 7,49, ну и пошли разные, 9,23, большой 14,56. Тут уже индивидуально все. Чтобы вкусно пахнуть, ролики вот женские 3,37, такие 5 баксов, такой 4,81, мужской жилет, ролик 6,24, дезодорант 5 баксов. Со скидкой, без скидки 6 баксов. Пошли бритвы. Сразу такие. Сколько тут? 8 штук. 12,33 жилет. Кассеты. Вот. 11,44, 13,54. Бриться есть чем. Всякие крема. Умывалки, Невея, 9,49 вот по акции. Охранники также есть в комплекте с магазином, которые охраняют и смотрят, чтобы ничего не утащили. Детское питание. Я показывал, вот еще один отдел. Вот печенюшки, пюрешки. Вот пюрешка, если интересно, 77 баксов, 80 баксов, маленькая баночка. Так, зубные щетки. Кто чем чистит, кто-то вообще не чистит. 3 бакса, 4, 6. Зубная нить, 4 бакса по акции. Colgate, 3 бакса. Ротополаскиватель вот 5,15, пасты 5 баксов, 4, разные. Памперс. У кого детишки писаются еще, нужны же памперсы. Вот есть Хаггис, такая большая, небольшая, 36 написано, 16 баксов. 14,21, вот такая пачка. Ну, написано 26. Тампоны пошли, прокладки. Кому интересно, покажу. Да вот как-то так тут в магазине.
пробежался. Все снова показал. Молочку мы прошли. Вот, есть колбаски. Сосиски 5-4 бакса. Пошел сыр. Сыр разнообразный. 4,55 вот такой. 310 грамм. Ну, такой сыроватый. Как он правильно называется? Кто подскажет? Козий сыр есть. Моцарелла. Нарезанная. 5,70 получается. А большое 10,75. 453 грамма. Ну, соответственно, та половинка. Аль де Франс. Упаковочка 9,05. В баночках сыр есть. Сыр крем. Масло. Кто любит масло по утрам? Смотрим, изучаем. Президент 3,52. 4,12. Здесь уже отдел пошел. Давай нарежем, называется. Подходишь, говоришь, хочу вот этот, а тебе нарежут. Ну, ценник вот указан за килограмм. 15,93, 17,03, нижняя строчка. Нарежут, взвесят. На кассе оплатите. Копченое мясо пошло. Вот уже сразу готовые, нарезанные лежат. Можно сразу взять и не ждать. Вот мы и прошли. Все, идем на кассу. Приближаемся к кассе. Ну, закрывается. Ну вот. Сюда. Все, я у кассы. Сейчас будем выгружаться. Вот такая интересная у них крутилка. Не длинная, как в остальных магазинах, а крутится. Набрал этот фруктов. Посмотрим, сколько сейчас выйдет ценник. Мне даже интересно. Так, и за хлеб я оплатил. Вот такая касса. Рыба Смит. Ракета.
почти все. И торговый ценник. Ага, опять. Вот. А, окей. Спрашивает ID карточку мою. Вдруг карточку украл. Все. Окей, здравствуйте. Ну все, я затарился. Можно двигать. Вроде ничего не забыл. Ничего не потерял. Так, здесь есть еще туалет, интересно. И аптека. Вот так что-то. Ребят, все цены вы видели. Так что выбирайте сами, в каком супермаркете затариваться по нами. Также были ролики других супермаркетов. Всем спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Tell me, 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 tell me